Итак, я приветствую вас, дорогие мои друзья. Приветствую постоянных зрителей, новых подписчиков. На сегодня ритуал посвящен везению. Не только удача, которая с изобилием сопутствует, ритуал богини Фортуне, чтобы она была и внутри нас, и рядом с нами, а шла по жизни. Будем наполняться удачей и везением. Специально для этого сделала ритуальную свечу, свеча с травами, заговоренная, намоленная. И плюс мы будем ритуалить. Перед тем, как сесть в позу, ритуал медитативный, напоминаю, мы ставим лайки, подписываемся, чтобы они нас не отвлекали в дальнейшем. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео на канале. Мы садимся в удобную позу. Лучше сесть. Спинку выпрямляем. Лучше в позе лотоса. Напоминаю, мы будем наполнять наш божественный сосуд через чакры. Удачей. Закрываем глазки. Не забываем дышать вдох через нос. Выдох через сомкнутый немножечко, присомкнутый рот. Наполняем животик воздухом, то есть мы не легкими как бы дышим, а дышим диафрагмой. Итак, вдох. Богиня Фортуны, богиня удачи, дары тебе приносим и призываем тебя. Призываем тебя наполнить наши божественные сосуды, наши тела, наши сердца счастью, любовью, успехом и удачей. Открой нам чакру Сахасрары и чакру Аджна, чтобы мы всегда знали, где удача, где она рядом с нами, где она нам сопутствует и где она внутри нас. Наполни наш божественный сосуд везением, чтобы мы знали, куда нам идти, чтобы куда мы ни пошли, мы бы видели эту удачу. Указывай нам путь, укажи их символами ли, знаками ли. Огради нас от неудачи и открой нам пути на удачу. Открой нам, наполнись, чакра Аджна, чакра Сахасрара, имя. Наполняется, очищается. Я всегда вижу путь. Я всегда вижу, куда мне идти. По божественному провидению, по твоему благословению. Прими эти дары от нас. И мы принимаем удачу от тебя. Наполни наш божественный сосуд светом и радостью, и легкостью. Голова становится легкой, просветленной. Все мысли черные убери, как сгорает эта свеча, и травы в ней заговоренные сгорают, так и неудачи сгорают. А удача и счастье нас наполняет, везение наполняет. Наполняет нас легкими мыслями, легким характером, символами, знаками, дыханием Вселенной, чтобы мы знали, где счастье и удача обитает. Как закрыты твои глаза, так и закрой нам глаза на неудачу, чтобы не видели мы ее, и не веди нас туда. Веди нас туда, где удача, везение и свет, где изобилие и богатство. Где везет, туда и вези нас. Открой нам глаза туда, а на неудачу пути дороги закрой. В голове, в чакре Аджне. Даруй нам такую интуицию, чтобы мы видели и слушали свое внутреннее сознание. Открой нам эту божественную связь в чувствованиях. Чувствовали и осознавали, что эта удача нас туда ведет. Неудачу закрой. Дороги на неудачу закрой. А на удачу, на счастье, на изобилие открой. Имя. Вдох. Не забываем дышать, пока я говорю. Открывается чакра Вишудха.
освобождаются обиды, злость. Открой проявленность в голосе, в уверенности в завтрашнем дне. Открой проявленность, что я легко говорю, все обиды отпустила, отпустил, что я благодарю и благословляю. И ты меня благословляешь, великая богиня Фортуна. Эти дары тебе. Войди в наш божественный сосуд. Будь с нами. Пусть наши слова, наше творчество, наше самовыражение через голос, через яркое проявление ведет нас к удаче и к успеху. Фортуна, будь со мной. Будь в моем голосе, будь в моих глазах, будь в моих речах, будь в моих ушах. Чтобы я увидел, увидела, услышал, услышала знаки на удачу, на везение. Пусть мне везет, куда бы я ни шел или ни шла. Открой мне глаза, чтобы я видел, видела удачу. Открой мне уста, которые приведут меня к удаче. В разговорах ли, в мыслях ли, в помышлениях ли. Все, о чем я думаю, пришли эти мысли из высшего божественного потока везения и успеха, пришли эту удачу. Наполни наш божественный сосуд. Имя. Чакра Вишудха наполнилась светом, изобилием. Вдох. Выдох. Чакра Анахата наполняется светом. Войди в наш храм, наполни светом. Будь в моем сердце, удача. Я дарую удачу через любовь. Богиня изобилия, эти дары тебе. Прими нашу любовь, и мы примем твою. Возлюби нас, освети наше сердце своим светом изобилия, своим светом неприкосновенным, своим светом счастья, своим светом везения. Куда бы я ни пошел, ни пошла, пусть будет свет в моем сердце, и пусть этот свет ведет меня к удаче. Имя. Как сгорает эта свеча, так и отгорают негативные программы на сердце, и путь освобождают, и дышать становится легче. И мы наполняемся счастьем, и удачей, и любовью. Любовью к этому миру, к этой вселенной. И вселенная нас через тебя, богиня Фортуна, наполняет успехом и удачей. Куда бы свет моего сердца, моей души не вел меня, он приведет меня к удаче. Я буду чувствовать, мыслить, знать, что ты ведешь меня к удаче, что ты ведешь меня к успеху, к изобилию, к везению. Пусть мое сердце везет меня к везению. Мне везет всегда. Как я дарую любовь, так и Вселенная любит меня. Вселенная настолько изобильна, что мои пути и дороги всегда будут идти по удачным моментам, по везению. Как сгорает эта свеча, и как травы заговоренные мне отгорают, так и негатив отгорает, и все блоки убираются на сердце, на душе, да на уме, которые мешают удаче и изобилию. Ты открываешь нам везучие пути до дороги. Мы по ним идем, и нам всегда везет. Из этого и складывается наша жизнь. Мы так и живем. Идем по пути и наслаждаемся жизнью, наслаждаемся твоей удачей, наслаждаемся твоей благодарностью нам, и мы благодарны тебе, о богиня Фортуна. Будь с нами, будь рядом, веди нас по везучим дорогам, по удачным дорогам. Счастье и горе бери от нас, отруби. Имя. Не забываем дышать. Открывается чакра Манипура. Дары тебе эти, богине Фортуны, даем. Как мы отдаем, как мы творим добро в этом мире, в этой жизни, в этой вселенной, так и ты нам даешь добро, так и мы принимаем.
Так войди же в чакру Манипуры и управляй нашей энергией благодати. Через нас твори добро и возвращай его нам. Прошу тебя, услышь, открой, наполни нас, наполни везением, наполни удачей, наполни успехом, что бы мы ни делали, через наши действия, через манипуляции наших рук, ног, чтобы наше тело вело подсознание высших сил богини Фортуны. Имя. Мы наполняемся светом Твоим неприкосновенным и благодарим Тебя. Переходим к чакре Сватхистана. Наполни нас удачей, здоровьем. Пусть наши пути, дороги по социальной жизни будут благоприятными, везучими, успешными, куда бы мы ни шли, куда бы мы ни пошли, в социуме ли, в обществе ли, чтобы отношения были гармоничными и удачными. Наполни светом эту чакру, чакру Сватхистана. Имя. Она наполняется, открывается, раскрывается, как божественный цветок лотоса. Наши отношения с окружающими гармоничные. И пусть нам повезет с людьми, которые рядом с нами, с обществом, которое рядом с нами, с нашим социальным предназначением и с любовью. Пусть удача сопутствует нам. Будет дом. Будут все блага этого материального мира для нас и рядом с нами, и внутри нас, и снаружи нас. Оно уже есть, эти блага материального мира для нас, и мы принимаем это. Оно уже есть. Достаточно раскрыться и развернуться, почувствовать, увидеть и эти поля материализовать в пространстве. Так помоги нам, богиня Фортуна. Наполни светом, удачей и везением эти чакры. Имя. Чакра Муладхара. Наполняется чакра Муладхара светом, чтобы повезло и в любви, и в счастье, и в сексе. Чтобы все необходимые потребности и необходимые тоже были закрыты. И чтобы мы были удовлетворены, тебе эти дары отдаем. И как сгорает свеча, так и отгорает негатив. Все препятствия, которые мешают нам увидеть счастье, в радости, в жизни, в сексе, в любви, в наслаждении материальными благами. Всели в нас уверенность в завтрашнем дне, в жизни. Покажи нам эту дорогу на удачу и на везение. Имя. И благослови нас. Пусть высшие силы нас благословят и нам помогут ощутить свет жизни, свет Вселенной и приведут нас дорогами к везению, по везучим дорогам, дорогами к удаче, к везению, к благополучию, к счастью, к успеху, к семье, к ценностям, к традициям. Кто сейчас смотрит из женщин запрос на семью, к семье, к созданию собственных семей. Освести чакру Муладхара. Имя. Освети и благослови нас. Будь рядом с нами. Весь сосуд божественный наполнен. Мы примеряем спинку, ощущаем, что вы проникли светом, притягиваете удачу. Вы наполнены этим светом. Вы светите, и свет к свету притягивается и проникает. И удача в вас всегда проникает и приносит вам благословение высших сил. Ангелов, архангелов, благословение Господне, благословение богини Фортуны, благословение в жизни, благословение в любви,
благословения в материальных дарах, в квартирах, в машинах. Мы просим, дай нам это изобилие, о богиня Фортуна, эти дары для тебя. Имя. Мы последний раз вдыхаем и выдыхаем. Медленно открываем глазки. Пусть эти состояния, ощущения, в которых вы сейчас были, останутся рядом с вами, останутся в вас. И если вдруг вы почувствуете, что вам не хватает везения, достаточно посмотреть это видео и вновь наполниться благодатью, удачи. Если не знаете, куда идти, включайте, пересматривайте. Если забыли это чувство, ощущение, состояние удачи, пересматривайте. Кто не подписан, подписывайтесь, колокольчик поставьте, лайки. В комментариях пишите «принимаю с благодарностью». Теперь удача будет с нами, и мы с удачей. Везение будет с нами, и мы с везением. Пусть нам повезет в счастье, в любви, в деньгах. Слово мое крепко, слово мое верно, ключ, замок. Аминь, аминь, аминь. И я желаю вам удачи, благополучия. Мы поблагодарим еще Вселенную сейчас и богиню Фортуну, и всех тех богинь высших сил, которые пришли на ритуал, на призыв. С теми, с кем я работаю за кадром, все будет отдано, дары для вас. Для вас этот ритуал сработает сильнее всего, помимо медитации. Мы поблагодарим богиню Фортуны за этот ритуал. Я вас благодарю и желаю вам удачи, счастья, изобилия, всех благ. Увидимся с вами на следующих ритуалах. Благодарю вас. Пока-пока.